«Броня и мыло» — это юмористическая игра, в которой вам нужно избежать неприятной участи уронившего в темном душе мыло. В игре много крутых отсылок и шуток, которые сделают ваш день. Не пугайтесь, если не найдете в коробке привычные правила, ведь они уместились на одной карточке в колоде. Определяется ведущий, который выдает по 5 случайных карт всем участникам, и карту мыла одному из игроков дополнительно. Оставшиеся карты кладут на стол, рубашкой вверх. Первым ходит игрок с мылом. В свой ход игроки могут выкладывать лишь одну карту, которая идет в отдельный сброс. После разыгрывается эффект, например, жучок. Отдай одну или две карты другому игроку. Карты в руку добирать не нужно, только если этого не требует разыгранная карта. Карта мыла разыгрывается лишь тогда, когда ходить просто нечем. Игрок, который избавился от всех карт, попадает в чистую зону, и на него не действуют карты других игроков. Поздравляем, вы счастливчик! Проигрывает игрок, который разыграл мыло, или единственным остался не в чистой зоне. Проигравший начинает следующий раунд в рисковой зоне с картой мыла. Игра простая, поэтому подойдет для вечеринок. Раунды достаточно быстрые и займут минут 15. Меткий юмор и веселый игровой процесс понравятся всем.